жителей. Позвольте представить вам отчет за 2022 год. Рабочие поступили в клинике 67. Немного общей информации стандартной нашей. Да? Мы обслуживаем 4 района: Донской, Донинский, Нагайский, Гатово, Нагайский, Садовники. На данный момент у нас уже почти 155 тысяч прикрепленного населения. Еще одна интересная цифра с учетом всех наших зданий. Это более 20 тысяч квадратных метров мы занимаем сейчас. Также однозначно хочется затронуть момент капремонта. Сейчас у нас в капремонте находится два филиала. Как раз филиал в Садовниках и филиал новый, который нам передан был в 2021 году от 4-й городской больницы в поликлиническое отделение. Ориентировочное, ну не ориентировочное, а учитывая то, как проходит стройка, как все быстро меняется, в июне-июле нам отдадут первый филиал, а в конце лета, август-сентябрь, нам отдадут уже пятый филиал. Да, и хочется в связи с этим затронуть историю относительно капитального ремонта во всем городе, что на данный момент из капремонта уже вышло более 70 зданий, ну, точнее, 70 с чем-то, да? Более 120 находится сейчас в капремонте, и еще какое-то количество планируется к проведению капитальных ремонтов в ближайший год. В ближайший год-два. У нас запланировано тоже еще одно здание. Капремонт главного учреждения, скорее всего, пойдет в следующем году. Основная цель вообще всей этой истории капитальных ремонтов это привести, дальше это будет видно, эти нюансы, которые проходят, так сказать, общей ниткой через все московское здравоохранение, это привести к единому стандарту всю амбулаторную помощь и упростить и сделать более удобным посещение и взаимодействие наших жителей с поликлиникой.